Всем привет! С вами канал Стофики, и я ваш любимый Санечка. Наконец-то я приобрел газовый баллон на 10 литров. А то все время пользуюсь шмелем, да шмелем на рыбалке. Теперь хоть будем сидеть уже как нормальные белые люди. К нему я сразу же взял шланг 3 метра, кислородный. Хомутики к ним с одной и с другой стороны. Друг Юрка, вот этот, выточил мне вот такой штуцер. Он подходит на маленькие газовые баллоны. Это, ну, вы знаете, следопыт. Вот эти вот 500-граммовые баллоны. Также у меня есть редуктор для понижения давления газового баллона. Один. Это неразборный. И второй, вот такой, уже разборный. Зачем? Дальше вы сами поймете. Также у меня есть газовая горелка для газовых баллонов, как я уже говорил, следопыт и так далее, маленьких. Тоже с отводным шлангом. Он продается вот в таких вот упаковках. И также приобрел еще обогреватель сибирячка. Ну а также нам еще понадобится ключ на 12, ключ на 27, ну и отвертка для обжимания хомутами. Ну и, конечно же, спички. Ну что ж, смотрим, будем пробовать. Ставим редуктор. Берем обогреватель сибирячка. Подсоединяем его, обжимаем хомутом, проверяем. Видим, идет пламя. Могу сказать точно, в нашей палатке 4 лонг будет очень-очень тепло. Берем штуцер и прикручиваем его. На штуцер одеваем шланг. Обжимаем хомутом, проверяем. Для обогрева палатки этого недостаточно. Снимаем шланг с редуктора. Снимаем редуктор. У меня есть другой редуктор. Разборный. Чтобы нам его полностью не разбирать, мы у него снимаем только один штуцер. Ставим штуцер на газовый баллон. Не забывайте, у газового баллона резьба левая. Одеваем шланг на штуцер. Обжимаем его. Обжимаем хорошо, потому что здесь сейчас будет сильное давление. Проверяем. Сначала открыли чуть-чуть, чтобы газ пошел, и потом закрыли для техники безопасности. Вот мы видим, заработало. Тихонечко ему даем газ. Если вы видите, что сильно, немножечко убавили. Итак, понятно, что у нас здесь тоже находится свой редуктор, который понижает давление. Теперь мы газовый баллон можем выносить за палатку, а этим редуктором мы можем убавлять, прибавлять газ. Вот мы его убавили, также мы можем и прибавить. Греет очень-очень слабенько. Для палатки 4T Long это не подойдет. Закрываем баллон, не выключая горелку. Газ должен здесь выйти. А на этом все. Спасибо огромное. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был канал Стофики, и я ваш любимый Санечка. Пока! До новых встреч!